первый лед. Ну что, сколько лет? Сантиметров 7. Сантиметра 4, наверное, лет-то всего. Да, это неудачно, что-то лунку пробурил.
Трава сплошным ковром. Ну вот, вроде нашли. Будем пробовать ловить. Ну вот она и первая рыбка. А его и нету уже здесь. Ага, убежал. Вот пока была, поймал. А потом ушла. Идет ты. Сплошным ковром трава. И не видно прогалин-то. Двенадцать. Ага. Ну, через 4 часа темно будет.
3 часа 50 минут уже тебе. Не, ну Вов, ну ты иди сходи поешь. Ты этого Олега позови. Где он? Ну где-то там штуку ловит. С камеры на лбу. Что за рыба ловилась? Ну поймал это, а я-то нихуя. У меня такой кабан оторвался. Лунку еле пролазил. А здесь? И он в той лунке. Вместе с мормышкой. Так надо это и в наглую попёр, что ли? А? Попёр в наглую его. Да нет, он не сопротивлялся, я думал с травой, потом это, лунку морда-то показался, дык, и ушел. Да тут глубина такая, что. Полтора метра, блядь, нету даже. Ну, не поймешь. Когда подсекаешь, у меня там рубануло и все срубило, блядь, один в лунке ушел. А там щука ушла у меня на балансир. Да, там будет. Можно за траву, там будет рыба. Поклевочки, перестал клевать? Я в той лунке ловил, ну перестал в той, сюда вот перешел. Я и ножи не точил ничего, думаю, лед маленький, думаю, хрест им пробудет. Постояли два года даже эти. Ты мне это? Не бурят, не бурят? Ну на море-то уже, наверное, не пойдут они нифига. А? На море-то, наверное, не пойдут уже. Ух ты, бля. Да ни хрена удар какой. Щука, наверное, подошла. Вот и разогнала окуня. Удочку перевернул и сразу клюнуло. Стенка бывает, не берет, тряпку сменишь, плохо это. Она по-другому идет достаточно. А все, он накололся. А? Ну если окунь накололся, не возьмет уже. Я же тонул в речке в этой ёбне, когда шла, я притонулся туда. Она увидела, да и так сказала. Да, Лиза? Привет.
Берет? Ну вот такой улов сегодня, небольшенький. Одна вот травяночка такая. Всегда клюет. Вчера и завтра будет клевать. Ну, как говорится, клёва не было, но клёво было. Я видоролюк. А то сейчас бы взял ведро, насыпал туда, сверху окунец с горой наложил. И с ведром этим, смотрите, как ловить надо. Зубы брать будешь? Почему зубы? Руки вот так вот, взял всю эту окунь, вот щучки две висят, это он засолит. С чужим уловом нельзя фотографироваться. Солнышко. Ветра почти нету, небо он ясное, а на перемену, похолодание, ветер то оттуда, то отсюда, вот и не клевал нифига.